В марте 2023 года умерли многие знаменитые люди. В сегодняшнем видео я расскажу о последней потере первого месяца весны 2023 года. Умер актер Евгений Бубер. Евгений Бубер родился 4 марта 1972 года в Одессе. Актерское образование он получил в Московском высшем театральном училище имени Щепкина. Впервые в кино Евгений Бубер снялся в 1984 году. Актер исполнил эпизодическую роль в ленте «На миг оглянуться». В фильмографии Евгения Бубера немного ролей в кино. Их чуть меньше 10. Но все же многие помнят этого актера по фильмам «Комедийный коктейль», «Поезд до Бруклина», «Квадрат» и по другим лентам. В последний раз Евгений Бубер снялся в кино в 2021 году. Актер исполнил роль в триллере «Иллюзия контроля». Помимо съемок в кино, Евгений Бубер также служил в театре. Он был актером Одесского театра-студии «Перекрестье» и Европейского театра «ГВЛГ Волим». Также Евгений Бубер был директором Одесского театра юного зрителя. Стоит добавить и то, что Евгения Бубера многие знали как ведущего различных знаковых мероприятий. Евгений Бубер ушел из жизни 31 марта 2023 года. Актеру был 51 год. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание. Светлая память актеру театра и кино Евгению Буберу.